Вышла игра Atomic Heart, где мы в роли спецагента пробираемся на секретную базу, чтобы узнать, какого хрена все роботы вдруг взбунтовались. Во время прохождения одному из наших подписчиков, точнее самому крутому модератору нашего канала, пришла великолепная идея посмотреть старый советский фантастический фильм «Гости из будущего». У многих, как и у меня, сразу возник вопрос, а на какой площадке мы будем смотреть шедевр советского кинематографа? Все как один порекомендовали смотреть на Твиче в принципе, я согласен, потому что две недели тому назад мы смотрели там сериал «Один из нас» или «Одни из нас», постоянно путаю. Захожу я, значит, на Twitch, а у меня оповещение. У вас один страйк, еще два и до свидос. Но, как говорит моя бабушка, кто не рискует, тот не пьет шампанского. В общем, я решил рискнуть и посмотреть данное кино на Twitch. Где-то на 10 либо на 15 секунде просмотра фильма у меня появился черный экран, точнее у зрителей, а чуть позже и вовсе вся картинка ушла к чертям собачьим. Остался только звук, а после и звук пропал. И даже сообщения некоторые не появлялись. В очередной раз я убедился, что Twitch это полная помойка, но мне очень хочется посмотреть с тобой какие-нибудь разные фильмы: либо сериалы, либо клипы, либо вообще какие-нибудь видяшки. И мне ничего умнее, пока что не пришло в голову. Как смотреть с тобой это все, что я озвучил в Дискорде? Если вдруг ты обладаешь какой-то информацией, где можно беспрепятственно смотреть на то, что мы хотим, то пожалуйста, пиши в комментарии. Всем спасибо за внимание. Пока.